Всем привет, вы на канале Fine China, и сегодня у нас на распаковке вот такая целая куча посылок с товарами от компании Xiaomi. Здесь очень много всего интересного, так что присаживайтесь поудобнее, поехали! Дальше в ускоренной съемке я распакую все эти посылки. Получилась вот такая целая куча товаров. Все у нас такое белое, только одна упаковка черного цвета. Вот такая она. Внутри у нас, как видите, находится кошелек. Давайте с нее и начнем. А это все пока что берем в сторонку. Упакован кошелек очень хорошо, вот в такую плотную коробку. С ним внутри точно ничего не случится. Давайте откроем его. В комплекте у нас кошелек и также вот такая штучка. Это берем в сторонку, смотрим на кошелек. Пришел он мне вот в таком темно-коричневом цвете. Также у продавца есть и другие цвета. Смотрим по внешнему виду. Здесь у нас ничего нет, только значок Xiaomi. Швы у нас очень ровные, ничего не торчит. Все просто идеально. Смотрите также с второй стороны. Здесь у нас все хорошо. Давайте откроем его. Вот так он выглядит внутри. Здесь у нас есть несколько отделений под кредитки. И также отделение для мелочи. Смотрим также с этой стороны, тоже отделение для мелочи. И также с этой стороны два отделения. Сразу в глаза бросается то, как здесь все прошито, как здесь швы идут. Очень качественный кошелек. Это у нас все кожа. Смотрим также, что у нас внутри. Здесь основные отделения, два отделения для денег. Вот, все очень качественно, все очень приятное на ощупь. Мне этот кошелек очень понравился, думаю, я его оставлю себе. Убираем его в сторонку и достаем второй товар. А здесь у нас пришел удлинитель, вот в таком коробке, немножко он помялся, но думаю, это ничего страшного. Давайте достанем его. В комплекте у нас идет краткая инструкция и сам удлинитель. Вот так он выглядит, длина его около 2 метров. Здесь у нас вот такая розетка, но продавец также положил переходник на нашей розетке. Давайте сразу же вставим его. И также сразу же подключим. Подключил я его, и здесь у нас загорелся такой огонек. Итак, смотрим, что у нас здесь находится. Кнопка включения-выключения. Также вот таких 3 универсальных входа для розеток. Здесь подойдут розетки любого типа. И также 3 входа под USB. С этой стороны у нас есть 4 вот таких резиновых ножек, чтобы он хорошо стоял. Вот такой красивый удлинитель. Пока что я его убираю в сторонку. Пусть здесь стоит. И переходим к следующему товару. И это у нас вот такая светлодиодная лампа. Вот так она выглядит. Очень приятная на ощупь. Можно ее изгинать в любые стороны. Давайте сразу же проверим, работает ли она. Берем наш удлинитель и вставляем лампу. Очень ярко эта лампа светит. Посмотрите, у нас есть несколько режимов. Это максимальная яркость. Довольно-таки неплохо светит. Лампа у нас работает. Убираем ее тоже в сторонку. И достаем следующий товар. Следующий товар у нас вот такой вентилятор. Очень простое использование. Его всего лишь нужно вставить USB вход. И он будет работать. Вот, все у нас работает. Выключаем это все дело. И убираем в сторонку. Рандомно достаю следующий товар. И это у нас вот таких 2 зубных щетки. Одна голубого цвета, а вторая розового. Открываю ее и посмотрим поближе. Пришла она вот в таком коробке. Как и у всех товаров от компании Xiaomi, здесь очень такой приятный пластик на ощупь. И вот такая у нас щетка. Здесь особо нечего смотреть, давайте отложим ее в сторонку и откроем следующий товар. Следующий товар у нас наушники от компании Xiaomi. Вот в таком коробке они пришли, давайте откроем их. Так, это дело все приятно открывается. И достаем. Какая-то бумажка. В комплекте у нас идут наушники и также запасные вот такие вкладыши.
Вот так эти наушники выглядят. Здесь у нас из металла эта часть. Также присутствует кнопка и микрофон. Я их сейчас даже не буду проверять, так как многие знают, что в этих наушниках хорошее звучание. Убираем их в сторонку и откроем следующий товар. Следующий товар у нас вот в таком коробке пришел. Достаем его. Вот так это дело все достается. Здесь у нас тоже есть инструкция краткая. И это у нас вот такой тестер воды. Приехал, он уже включен. Здесь у нас есть одна кнопка включения, выключения и все. Вот так он выглядит. И дальше я предлагаю протестировать его. Давайте проверим на воде из-под крана, как он работает, что он покажет. Вот такой тестер, убираем его в сторонку и будем открывать следующий товар от компании Xiaomi. Рандомно достал следующий товар, и это у нас вот такие выкрутки. Этот коробок уже у нас в пленке, давайте я ее сниму. Вот так это дело у нас все выглядит, здесь тоже какая-то инструкция краткая. Здесь у нас все на китайском указано. Давайте снимем эту бумагу и посмотрим, что у нас находится внутри. Довольно-таки увесистая эта коробка. Достаем. Посмотрите, как это все круто выглядит. Все очень качественно, как и все товары от Xiaomi. Вот так у нас выглядит сама ручка для этой отвертки. И также есть вот таких, сколько их здесь, 12-24 разных насадки. Давайте достанем одну. Вот так это дело все вставляется, все у нас на магнитиках. И уже потом откручиваете, что вам надо. Здесь у нас тоже все на магнитах, это очень удобно. Достаем. Все очень легко достается и легко кладем обратно. Вот такие отвертки, и ссылочка на них будет в описании под видео. Вставляем их обратно. Вот таким щелчком они открываются и закрываются. Это тоже очень удобно. Убираем их в сторонку. Следующий товар — это у нас вот такая селфи-палка. В комплекте у нас краткая инструкция и сама селфи-палка. Только здесь у нас нет кнопки этой. Почему продавец ее не положил, я не понимаю. Думаю, я открою спор и продавец ее мне вышлет, либо вернет часть денег. Так, инструкцию берем в сторонку. И посмотрим на селфи-палку. Вот так она выглядит. Давайте сразу же разложим ее. Вот такая не очень длинная селфи-палка. Здесь у нас около полметра. Это дело можно все вот так регулировать. Давайте посмотрим, как здесь будет держаться iPhone 5C. Вот так вставляем. Да, iPhone 5C здесь хорошо держится, ничего не болтается. Вот так у нас все выглядит, очень качественно все сделано. Только эта селфи-палка необычная. Здесь у нас ножка раздвигается, и селфи-палка превращается вот в такой штатив. Очень удобно, за счет прорезиновых ножек он очень устойчиво стоит на поверхности. Как я уже говорил в этом видео, все товары от Xiaomi очень качественные, и этот штатив тоже не исключение. Уберем его в сторонку. Дальше у нас вот такой коробок, тоже он в пленках. Встречает нас инструкция, вот такая длинная инструкция. И это у нас пришла вот такая колонка. Очень компактная колонка, маленькая. Снизу у нас вот такая резина, для того, чтобы она хорошо стояла на поверхности. Также вход для зарядки и кнопка включения-выключения. Все, больше на колонке ничего нет. Очень она круто выглядит. Здесь у нас все выполнено из металла. С легкостью поместится в карман. Обязательно сейчас я проверю звучание, как она звучит.
колонкой я остался доволен. Пока что убираем ее в сторонку и посмотрим, что у нас еще осталось. Осталось у нас еще 4 товара от компании Xiaomi, и это у нас вот такой комплект умного дома. Давайте это дело все откроем и посмотрим. Достал я из коробок все товары, и здесь у нас находился вот такой главный шлюз. Сюда подключаются все эти датчики, и с помощью него можно управлять ними. Здесь у нас находится кнопка включения, вот так он выглядит, выполнен из такого приятного на ощупь пластика. И также, как видите, здесь у нас вилка вот такая китайская. Также в этом коробке у нас находился датчик температуры и влажности, вот так он выглядит. Дальше у нас идет датчик движения, вот такой, его можно куда-то приклеить. Дальше у нас идут вот такие датчики открытия-закрытия окон. Ну и все, это вот такой комплект. Давайте попробуем подключить вот этот главный шлюз. Вставляем его в розетку. Как видите, все у нас заработало, что-то она сказала по-китайски, но я не понимаю. В этом видео я не буду все это дело подключать, в этом видео только была распаковка и краткий обзор. Отключаем это все дело. Все товары мы уже открыли и посмотрели, также хочу показать, какие товары у меня уже есть. А у меня уже была на обзоре вот такая Bluetooth колонка, очень хороший здесь звук. Ссылку на видео с распаковкой и обзором этой колонки я оставлю в описании под видео, можете перейти и посмотреть. Вот такой товар от Xiaomi у меня еще есть. И также я заказывал вот такую ручку, которой уже пользуюсь несколько месяцев и очень ей доволен. Обычная ручка и пишет очень хорошо. В этом видео мы открыли очень много разных товаров от компании Xiaomi, и ссылочки на все товары я оставляю в описании под видео. Можете перейти и смело купить. Продавцы ответственные, товары пришли очень быстро. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.